Сегодня на Заельцовском кладбище открыли мемориал легендарным артистам балета Анатолию Бердышеву и Любови Гершуновой. Супруги и постоянные партнеры по сцене. Они посвятили свою жизнь театру и педагогике, рассказывает Мария Черешнева. Навеки в образе она Джульетта, он Хозе из «Кармен Сюиты», Анатолий Бердышев и Любовь Гершунова. Это пример одновременно и высокого актерского мастерства, и любви. Такая звездная пара, как Бердышев и Гершунов, это мировая пара. Они прославили наш театр и наш город, на весь мир. Тем более партнер Майи Плисецкой. Любови Гершуновой не стало в октябре 2006 года. Театр поставил балерине красивый памятник из редкого камня – змеевика. Когда 9 лет спустя скончался Анатолий Бердышев, перед семьей встал долгий и непростой вопрос – создание мемориала. На то, чтобы найти спонсоров, такой же редкий камень стилизовать, согласовать, ушло больше 2 лет. История возникновения памятника связана еще и со скандалом. Случайные прохожие буквально этим летом обнаружили, что постамент Любови Гершуновой разобран. Приняли ситуацию за вандализм. Эту же версию поддержали и в ряде СМИ. И родственникам пришлось практически доказывать, что демонтаж плановый. Гершунова и Бердышев принадлежат к первому поколению выпускников Новосибирского хореографического училища. Оба проработали в театре оперы и балета больше 20 лет, объездили с гастролями весь мир, но остались верны Новосибирску. Я ничего не могу сказать плохого про ребят, которые сейчас работают. И люди, которые приходят в оперный театр сейчас, они смотрят картинку. Вот картинка красивая, да. А вот чтобы там в слезах кто-то уходил, такого нет. А вот у них были, они были актерами прежде всего. Поэтому они запомнились. Вот сейчас это, можно сказать, практически утеряно. Мария Черешнева, Борис Гладких, новости УТС.